Привет! Меня зовут Аня, спасибо, что заглянули на мой канал. Я немножко слоупок и сегодня не успела зарядить камеру, поэтому видео будет коротким. И решила его сделать таким, just for fun. В общем, погнали, сейчас расскажу вам 10 странненьких фактов обо мне. Возможно, слегка смешных, но в общем, поехали. Факт первый. На самом деле, я не очень люблю людей, как бы это ни казалось странным. Да, я люблю всех тех людей, с которыми я уже знакома, а к посторонним я очень странно отношусь. Ну, если можно так назвать, я, наверное, скрытый интроверт. Факт 2. У меня на левой ноге есть чудо-палец, который рвет все мои носки, все мои колготы в первый же день, когда я их купила. Я стригу ногти, я сразу предупреждаю все эти ваши офигенные комментарии. Просто такой палец. Факт номер 3. В любом, даже самом неадекватном состоянии, будь я уставшая, пьяная какая-либо, я всегда утром просыпаюсь с чисто вымытым лицом. У меня какой-то, наверное, срабатывает автопилот, и всегда я просыпаюсь. Я не помню, как я мыла это лицо. Это. Но оно чистое. Факт номер 4. Точнее, случай жизни. Как-то раз я просидела 3 часа у себя под дверью, под комнатой, потому что не могла открыть дверь своим ключом. И Женя, когда пришел с работы, встретил меня в таком положении, что я сижу на полу и ем еду из мешка, и чуть ли не плачу. Ну, в общем, это было очень мило, и открыл он дверь за 1 минуту. Номер 5. Я ревную своего мужика к кошке. Потому что мне кажется, что он любит ее больше, чем меня, и она любит его больше, чем меня. Ну, в общем, все любят больше, чем... Все друг друга любят больше, чем меня. Да. Факт номер 6. Точнее, тоже случай жизни. Как-то раз очень мне сильно хотелось пить, и в этот момент я была в гостях у своих друзей. Мы там что-то то ли отмечали, то ли что. И я пришла на кухню, увидела стакан воды, полностью почти налитый. Я его выпила залпом и только на последнем глотке поняла, что это был джин. Мне было потом очень хорошо. Очень хорошо. Факт номер 7. Что они там делают вообще? Не спрашивай. Они делают вы? Вы? Не надо, не стоит даже знать. Факт номер 7. Я никогда в жизни не могу воплотить тот макияж, который себе придумала, или тот макияж, который я, например, хотела сделать. То есть, чаще всего я такая, например, сегодня я сделаю красные смоки с оранжевой растушевкой и с черной стрелкой. В итоге все идет не так, я импровизирую, и никогда в жизни не получалось именно так, как я того хотела. Получалось что-то другое. Факт номер 8, это тоже из темы моих странных импровизаций. Я никогда не думаю о том, как я буду одеваться, какой лук на сегодня я буду выбирать. Я, грубо говоря, лезу в шкаф и рандомно подбираю вещи, потом, когда смотрю на себя в зеркало, обращаю внимание на то, что сережки в этот раз подходят у меня к моим глазам, или, например, пояс подходит к моим пряжкам на ботинках, или сумка подходит в цвет моего маникюра. Это какая-то магия, и реально это работает. Наверное, где-то на подсознательном уровне у меня автоматически все складывается как надо было бы. Я считаю, что я неплохо одеваюсь, так что не нужно мне хейтерских комментариев из серии, что я позорю Беларусь. Факт номер 9. Я балую своего мужика раз в 14 февраля и жарю ему картошечку, а все остальное время он ест ее на стороне. В общем, это история про то, как мы не едим дома жареного. И факт номер 10. Возможно, многие его уже знают, но я никогда не курила и даже не пробовала. Зато я пью. Я люблю песни Лещенко! Блин, как она? Ла-л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 а
смотри. Блин, как там, блин, ну черт, я забыла. Я просрала всю песню. Смотри, одна. Тишине. Две звезды. И на-на-на-на-на-на. И это были я и ты. Ла-ла-ла. Короче. Большое всем за просмотр. Я надеюсь, я вас немножко повеселила в этот вечер. Всех целую, обнимаю. Всем пока-пока. Увидимся в новых видео.